Автономная некоммерческая организация «Позитивный вирус» подготовила и успешно реализует образовательный проект для студентов высших учебных заведений под названием «Понимание геноцида». Цель нашего проекта – защитить право на жизнь самой слабой и уязвимой части нашего общества, нерожденных детей, и помочь молодым людям не совершить фатальных ошибок. Особенность работы позитивного вируса, по нашему мнению, заключается в использовании специально разработанных визуальных материалов для того, чтобы эффективно достигать современную культуру правдой об абортах. Проект «Понимание геноцида» устраняет самое сильное оружие оппозиции, выступающей за использование абортов, отрицание истинных фактов. Потому что аборт является актом насилия, который убивает ребенка. Наши фотографии делают это утверждение чрезвычайно ясным. Very, very confronting. Your images. Very confronting. Yeah. Where are you from? I am from Australia. Yeah. From Melbourne. I had not realized that abortion was so bloody, so horrible. I don't believe in abortion myself, but even still, it shocks me. So, yeah. Спасибо. Слово аборт почти полностью потеряло свое первоначальное значение для большинства молодых людей в России. И многие представляют его как легкую процедуру, сравнимую с удалением некой тканевой массы из матки матери. Давайте переведем слово аборт просто в нормальный язык. Да. Для вас это убийство. Для вас это убийство. Законенное убийство. Для вашей акции это нет. Если мы будем... В вашем понимании. Вопрос был задан вам в вашем понимании. Хорошо, в моем понимании. Что такое аборт? Аборт – это прекращение деятельности биологического существа медицинскими средствами при существующих для этого показаниях. Вот. Мы считаем очень важным сформировать более жесткое понятие аборта, чтобы молодежь не смогла больше игнорировать или упрощать его. Нашей основной целью является изменение общественного мнения об аборте. Мы озабочены тем, что аборт отнимает жизнь беззащитного ребенка только потому, что эта жизнь еще развивается и не в состоянии сама себя защитить. Цель основных мероприятий, которые мы проводили в Великом Новгороде и Волгограде, заключалась в том, чтобы показать студентам, молодым людям, чудовищную правду об абортах и его последствиях, и о том, каким образом еще не развитая жизнь ребенка, сформировавшегося в чреве матери, уничтожается современными абортами. Для многих студентов это было шокирующим открытием, потому что многие молодые люди не брали на себя труд подумать в этом направлении. О, ужасно. Да, особенно вообще такая брутальщина. Да? Впечатляет, конечно, впечатляет. Жестоко. Страшно. Обидно. Да. За наше поколение. Не приятно. Ужасающе просто нереально просто смотреть. Сердце крови обливается вот на эти кадры, смотря. Потрясающе. Хотя все это знаешь, но видеть все это в изображении очень тяжело. Печально очень, что это у нас есть. Ну, я испытываю ужас, честно говоря. Шок я полный. Это катастрофа, это ужас какой-то. Страшная, очень, очень страшная картина. Мы наблюдаем. Хочется избежать такого, чтобы ни с кем-то не произошло, и со мной, и со всеми людьми. Даже слов нет, очень потрясла выставка. Не по себе чуть-чуть есть такое, то есть холодок какой-то в душе. Вот, когда видишь вот такое вот, убивает живого человека, в принципе. То есть это сравнимо с убийством. Наши цели в отношении проводимых выставок были достигнуты на 100%. В 6 учебных заведениях множество молодых студентов могли узнать правду об абортах. Кроме того, мы увидели, что демонстрируемые изображения вызвали целую бурю эмоций и вызвали волну или шквал обсуждения и большое количество обращений на наш информационный сайт. Многие молодые люди заполняли анкету и выражали свое мнение весьма категорично и прямо в отношении того, что они увидели. Я первый раз вижу. Я нигде не видела, и меня это очень сильно задело. Такого страшного еще никогда не видела. Нет, первый раз вижу. Вообще все первый раз вижу. Первый раз видел такое. В общем-то, это нужно. Это нужно обязательно. Это нужно показывать детям, которые не представляют в силу тех знаний, может быть, я сейчас скажу и крамольные слова, в силу тех знаний, которые они получают на уроках биологии в средней школе, они должны это знать. Они должны знать, что происходит, если они решаются на такой шаг, как аборт. Теперь отрицательно, естественно. А я не знаю.
Я еще толком так не задумывался. Более осознанно. У меня оно и было, собственно, не положительно. Я считаю, что ты очень жестокая. Я считаю, что это убийство. Я не сторонник абортов, потому что здесь идет речь о человеческой жизни. Аборт – страшная вещь, и как бы здесь медсестры смогли посмотреть, что это представляет. Мы не медики, для нас это, конечно, новость. Выставка не оставила равнодушными никого. Многие молодые люди достаточно ясно определились со своей позицией. Те, кто имел еще колеблющиеся мнения, колеблющиеся взгляды, он под воздействием увиденных образов принял категоричное решение не поддерживать никогда аборты. Многие молодые девушки и молодые люди делились своими впечатлениями и говорили о том, что это полностью изменило их мнение об аборте. И еще один важный факт, то что большинство молодых людей укрепилось в своей категоричной позиции в отношении абортов, и наши фотографии помогли сделать им это. Об этом. Я никогда в жизни не буду делать аборт. Никогда. Я лучше 10 тоже рожу, чем буду. Да, серьезно. Отношение к своей беременности, к своему будущему ребенку. Мы, наверное, никогда не будем делать аборт. Просто это так жалко человека убивать. Я вообще, в принципе, я не собирался делать аборт. Ну я посмотрела, да, действительно это известно. Я никогда не думала, что такие брошенные, они уже сформированные дети, и никогда не сделала аборт. Буду теперь предохраняться по-любому. Не знаю, буду пытаться этого избежать. По крайней мере, желание делать аборт у нас явно пропало, хотя, в принципе, не сказать, что у нас и было. Я буду всячески отговаривать девушек от аборта. Лучше, короче, не делать аборт. Давно уже нам известно, но как бы ввиду того, что мы постоянно забываем об этом, и когда приходишь и здесь вот это вот все в один раз видишь, конечно, становится довольно страшно. Мы были удивлены тем, что большинство молодых людей, которых мы опрашивали во время проведения выставки, выступали за то, чтобы данное мероприятие проводилось как можно шире и как можно более активно на территории их города. Многие фотографировали на свои мобильные телефоны наши фотографии для того, чтобы переслать их своим друзьям и показать правду. И это вызвало большой общественный резонанс среди студентов и студенческой аудитории. И для нас было удивительным наблюдать о том, как многие молодые люди хотели подключиться к нашей работе и просили дополнительные материалы, дополнительные фотографии для того, чтобы поделиться ими со своим окружением. Нашим людям именно в России, я считаю, что стоит, потому что до наших людей начали достучаться. Не надо обязательно показывать. Многого не знают молодые, пусть знают. Спасибо. Знание прибавляет скорбь, но и делаются выводы. Это может единственное, что повлияет на человека. Да, чтобы изменилось самосознание, чтобы меньше было абортов. Такое нужно почаще делать, по-моему. В том числе молодым людям, на мой взгляд, потому что они считают, что аборт это фигня. Стоит показывать и не только выставки. Можно использовать средства телевидения, интернета. Это очень нужные вещи, чтобы все люди знали, что к чему это может вообще привести. Если это не показывать, этого никто не будет бояться. Многие студенты обзванивали своих ближайших друзей или знакомых для того, чтобы пригласить их на просмотр фотографий, и это было для нас тоже большим сюрпризом. Это распространялось как настоящий вирус и имело большой эффект.